10 ноября – профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел. Работа их была и остается трудной, опасной и очень нужной. Именно на них возложена задача обеспечить безопасность каждого человека, его интересов, чести и достоинства, проводить повседневную работу по борьбе с преступностью. Лучших полицейских районов этот день чествовали на торжественном собрании, которое прошло в Большом зале районной администрации. Следователи и участковые, криминалисты и инспекторы ГИБДД. Каждый из них выбрал профессию по зову сердца. И теперь, не считаясь личным временем и порой рискуя жизнью, охраняет покой жителей района. В этот день мы чествуем людей, которые беззаветно день и ночь стоят на страже правопорядка, на страже защиты интересов наших граждан. И, как уже Александр Леонидович отметил, для этого сделано в нашем районе достаточно много за последнее время. Работает программа «Безопасность населения Городецкого района», развивается аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Я горжусь своим личным составом, у нас хорошие показатели, собственно, и репутация нашего Городецкого района на высоком уровне. Надеюсь, по итогам года это отметит руководство главного управления. Скажем, основной показатель – это раскрытие преступлений, процент раскрываемости всех преступлений. Мы сейчас по 10 городам, если сравнивать, на первом месте. То есть это же все же результат труда всех сотрудников. Это не мои заслуги отнюдь. Каждая служба, каждый сотрудник по крупице вносит свой вклад в общее дело. Я почему и сказал, что я горжусь своим личным составом. Теплые слова благодарности в этот день были сказаны и в адрес ветеранов МВД, которые внесли свою лепту в развитие службы. А действующему составу за образцовое исполнение служебных обязанностей, большой личный вклад в обеспечение законности и правопорядка на территории Городецкого района и в связи с профессиональным праздником были вручены награды. Присвоены очередные звания, и порядка 30 городецких полицейских были удостоены благодарственных писем района и городских администраций. Среди них и майор полиции Николай Трошин. Всегда был примером для меня мой отец. 25 лет он служил в органах, в настоящее время пенсионер. Иду по его стопам, так сказать, поддерживаю честь своего рода. Зло должно быть наказано. Поэтому ждать, что-то придет и поможет тебе и твоим близким, думаю, это бессмысленно. Нужно делать что-то с мамой. Поэтому стараемся, учимся. Районному отделу МВД свой подарок преподнесла и Городецкая епархия – икону святого благоверного князя Александра Невского, защитника и небесного покровителя древнего города. Вспомнили в этот день полицейские и своих товарищей, погибших при исполнении служебного долга. Их дело теперь продолжает новое поколение сотрудников органов внутренних дел. Офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу.